На мой взгляд, взаимодействие Азербайджана с Ближним Востоком, оно в принципе носит в основном экономический характер. И если говорить о Ближнем Востоке в целом, то есть непростые отношения между Азербайджаном и Ираном. С одной стороны, и между Азербайджаном и теми силами, которые поддерживают джихадистские группировки, с другой стороны, мы знаем, что Иран в целом сдерживает и, в общем, держит под очень жестким контролем те шиитские группы, которые, по его представлению, спонсируются Ираном. В Азербайджане есть некоторые опасения угроз, которые идут из Ирана. Именно с этим связано, видимо, сотрудничество Ирана с Израилем. Но оно также и связано и с тем противостоянием между Арменией и Азербайджаном, которое существует, нерешенность карабахской проблемы. Поэтому я бы сказал, что еще, может быть, одна из целей азербайджанской политики — это, конечно, не допустить какого-то расшатывания внутреннего порядка под воздействием тех событий, бурления вот этого турбулентности, которая идет на Ближнем Востоке. Но можно судить о том, что Азербайджану удалось этого избежать, потому что, в общем, там сохраняется спокойствие, сохраняется стабильность. Я думаю, благодаря высоким темпам развития, тому, что государство экономических успехов определенных добивается, в том числе и с помощью доходов от нефти, я думаю, что вот эта тенденция, которая, видимо, является преобладающей.